У Гомелі мероприемства, присвяченные 27-й годовине выводу советских войск из Афганистана, распочались акции «Запали свечку памяти» у кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. До акции долучились и иншие православные храмы в области. Люди приходили и ставили свечки у память об загинувших у Афганистане воинах. До речи, больше за 700 белорусов, у тем лику 121 уродженец Гомельщины, у той войне застались на поле бою. Представники шматликих организаций поделяют боль с теми, кто стратил на этой войне своих близких, а так само подтримливают ветеранов, которые переодолели все тяжкости и вернулись до дома живыми из Афганистана. Вместе с председателем областного фонда мира Тимофеем Ивановичем Глушаковым мы посетили инвалидов первой группы. Решением правления фонда мира им оказана материальная помощь. Мы посетили все до единой могилы, где похоронены наши ветераны. Такие же посещения везде в районах проходят, встречи в трудовых коллективах проходят и так далее. Поэтому мероприятий очень много. Шмат людей, каб ушанаваць память загинувших, собрались и для мемориала воинам-интернационалистам. Горыч от незворотных страт объединяла разом представников разных поколений. Сюда пришли не только те, кто выконывал интернациональный долг, и семьи, которые стратили на войне самых дорогих и близких людей, але и представники органов улады, громадских организаций и объединения, а так само простые горожане. Подчас мероприемства нашлись добрые и ширые слова подяки для каждого героя. К сожалению, 14 наших земляков не вернулись в город Гомель из Афганистана. И, конечно, для живых, кто вернулся оттуда живыми, это, безусловно, день праздничный. Но, конечно, праздник – это со слезами на глазах и с тяжелым грузом на душе. Традиционная хвилина молчания и ускладание вянковых кветок до мемориалу воинам-интернационалистам. Митинг реквием и святый день смутку одночасово. Светлая память загинувшим и повага тем, кто застався у живых. Сегодня у Гомельской области проживает около 3800 воинов-интернационалистов, которые принимали удел у локальных военных конфликтах за межами нашей родимы. Около 3600 из них – это ветераны войны у Афганистане. Яны и сегодня не сидят на месте и мкнутся активно удельничать у патриотичном выховании подрастающих поколения. Я хотел бы сказать и поблагодарить воинов афганцев, которые всемерно стараются быть в обществе полезны. И мы видим, что они приходят в коллективы, встречаются с молодежью, что радует, что молодежь слышит, что молодежь интересуется опытом старших товарищей. Протягнулись мероприемства концертом «Реквием» у Гомельским городским центром культуры. Кожное слово, якое гучало со сцены, кранало присутных до глубины души. Горячие кропки показали, что солдаты и офицеры, которые обороняли безопасность и интересы родимы за ее межами, достойные своих батьков и дядов, которые перемогли фашизм у годы Великой Айчинной войны. А тому память об подеях у Афганистане так само будет жить вечно у сердцах людей. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».